Я Кривошеев Иван Никитович, участник Отечественной войны, инвалид войны по ранению, участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Сталинграда. Как инвалид Отечественной войны, много раз обращался в администрацию. Последний раз обратился по поводу слухового аппарата, который у меня вышел из строя. Меня свезли в лабораторию, исследовали слух, дали документы. Документы я сдал в администрацию. Их потеряли. Мне в этом они признались, что потеряли мои документы. Снова меня пригласили в машину, снова отвезли в организацию, где снова исследовали слух. Эти документы полтора месяца тому назад я снова сдал в администрацию. Ни ответа, ни привета нет. Понятно. А вы как же обходитесь без слухового аппарата? Тяжело? Да, я так плохо слышу, а без слухового аппарата ничего не слышу. А что, обещали, да, вот они что дадут это все? Да, они обязаны, сказали, мы вам сделаем. Вы инвалид войны, вам положен бесплатный аппарат, бесплатный, однако результаты... То есть уже получается там 3 месяца, практически с 9 мая они вам его и пытаются сделать? Да. Все.